Привет всем! Ну вот, первое изделие, сделанное в данной мастерской, это у нас люстра. Она изготовлена из массива лиственницы, что верхняя часть, что нижняя часть. Также данный массив покрыт маслом цветом орех. Далее у нас в данной люстре используется не светодиодная лента, так как в случае, если она перегорит, то потом маловероятно, что если получится поменять, а используются вот такие вот лампочки. Эти лампочки точно так же светодиодные, то есть в случае, если она перегорает, ее можно заменить. Для того, чтобы сильно эта лампочка не бросалась в глаза, используется матовое стекло. Ну что, кстати, данная лампа у нас имеет изюминку, про которую будет сказано позже. А теперь давайте посмотрим на процесс изготовления данной люстры.
Ну что, а теперь по поводу изюминок данной люстры. Само собой, данная люстра у нас умеет как выключаться, так и включаться с кнопки. Но не в этом изюминка. Изюминка у нас состоит в смартфоне, не в самом, а в управлении. Как видите, зелененьким горит и написано «включено». Так оно и есть. Нажимаем «выключено». Нажимаем «работает». Это не вся изюминка. Есть еще один маленький моментик. Вторая изюминка данной люстры – это включение-выключение с помощью голосового помощника Алисы. Ну, точно так же можно с помощью голосового помощника от Google. Что, каким образом происходит? Мы говорим: Алиса, включи свет, она включает. И Алиса, выключи свет, она выключает. Теперь мы включаем микрофон. Алиса. Алиса, выключи свет. Окей, выключаем. Алиса, включи свет. Окей. Алиса, выключи свет. Окей, выключаем. И самый главный момент в том, что, как вы сейчас заметили, Алиса, включи свет. Окей. То есть на данный момент у нас свет выключен. Включен, точнее. Но с помощью данной кнопки мы можем выключить, дальше включить и опять выключить, например. И опять берем Алису. Алиса, включи свет. Включаем. И точно так же мы сейчас с помощью телефона можем его и выключить. То есть независимо с какого устройства и каким образом был включен свет, можно выключить с помощью разных устройств и в том числе кнопки. Это не зависит друг от друга. Ну вот, как говорится, обзорчик закончен. Кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Ну, пишем комментарии. А также не забываем подписываться. Всем пока!